Київ інтерактив зі Світланою, зі Світланою Василенко. Привіт усім, хто налаштувався на Київ 98 вісімафам. Привіт усім, хто зараз на нашому YouTube каналі Київ 98 вісімафам. Власне, останні кілька тижнів тільки розмов про те, що все частіше. Підлітки вчиняють самогубства все частіше починають говорити про групи смерті, у яких були ці підлітки. І, власне, це є темою номер один дуже багатьох засобів масової інформації, і десь відсунуло на задній план і сніг, і ситуацію з коронавірусом. У нашому Києві інтерактів ми теж вирішили про це поговорити, тому що хто. Озброєний інформацією, той, власне, цю інформацію може використати для себе і не потрапити у якусь неприємну ситуацію. Звати мене Світлана Василенко. Ви слухаєте Київ інтерактів щобудня о 21.30. першій Дивитися у будь-який зручний для вас час на каналі Київ 98 афм. А сьогодні у мене кандидат психологічних наук-гостях, у сімейний психотерапевт, фізіогноміст Світлана Арфні. Я вітаю вас у цій студії. Власне, сьогодні така не дуже весела тема, але Такі невеселі теми вони зазвичай працюють краще, аніж коли ми говоримо про щось веселе, радіємо, розслабляємося і насолоджуємося. Все лівні, да кілька років тому сталася трагедія в родині моєї подруги, коли її син вчинив суїцид. Йому було тоді 15 років. І це була справді трагедія, тому що в родині, як ото то кажуть, все було добре. Чи правда, що в родинах, де все справді добре, діти вчиняють суїцид? Ну, Скажімо так, ніхто не знає, як говорять, чужа душа потемки, чужа сім'я теж потемки. Ніхто не знає на самом деле, коли говорят і вішають ярлик, в сім'ї все добре, у нас все добре, действительно добре. Сама семья может называть, что у нее все в порядке в том случае, если, например, родители не очень интересуются своим ребенком, то есть они так со стороны смотрят, вроде бы все прекрасно происходит, ребенок учится, приходит домой, особо не вникают в его личную жизнь и живут своей жизнью. Работа, дом, работа. И они называют такую семью ⁇ все хорошо ⁇ Это может быть иллюзией, потому что всегда есть причина для суицида. И эта причина не ситуативная, не моментальная это накопление негативных эмоций, переживаний ребенка в семье, которым, к сожалению, например, нет выхода. И тогда уже это может иметь какие-то фатальные такие последствия. Чи можно сказать, что есть век, когда дети наиболее схильны до суициду? Да, конечно, это момент подросткового возраста, пубертантный период, когда э, идут гормональные изменения у детей, тогда, когда идет в психологии есть такая теория личности, э, на которую, собственно говоря, каждый из нас опирается, это концепция я. И вот как раз у подростка вот эта концепция, какой я, она только начинает формироваться. То есть он выходит из мальчика и, например, или из девочки и переходит в подростка, и вот. И только начинается формирование этой личности. В этой концепции имеется три составляющих: первое это какой я, второе каким меня видят другие, и третье я идеальный то есть то, к чему ребенок начинает стремиться. И вот как раз в подростковом возрасте это все очень расшатано: гормональные изменения, психологические изменения. И все в совокупности дает, собственно говоря, такую шаткую личность, на которую можно очень легко влиять и манипулировать и управлять в том числе. Плюс ко всему эмоциональная составляющая, эмоциональный аспект в этот период возраста он тоже э, зашкаливает, потому что гормоны играют и э, это влияет на эмоциональное состояние, а эмоциональное состояние влияет на поведение. Хлопчик или девчатка кто больше схильный до такого решающего кроку? В большинстве случаев э, такая статистика существует, э, что больше, конечно, склонны ребята, мальчики, э, подростки. Почему? Потому что для женщин, в принципе, больше свойственно эмоциональное предъявление. Культурологически женщинам проще истеричить, плакать, устраивать скандалы. У нас. Э, у мужчин это пресекается. Мальчик не плачет, мальчик не психует, мужик должен быть мужиком. И, естественно, воспитывают мальчиков так, что они должны сдерживать свои эмоции, что влечет за собой а, аутопереживания, то есть в том числе и агрессивные какие-то негативные переживания. Ребенок, мальчик, в частности, должен разворачивать внутрь себя. Он не может ими предъявляться. Иначе его осудят, его обзовут, его не примут, его отвергнут. І поэтому більше чаще скоріше ребята, вот молоді люди, склоні більше к такої аутоагресії. Ви сказали, що однією і певно головною причиною суїциду у дітей, коли вони самі до цього, як то кажуть, дійшли, це гормональні зміни. Які ще причини самогубства дітей? На самом деле их очень много. Гормональные изменения – это всего лишь изменения эмоциональные, физиологические, которые происходят в организме каждого человека. Здесь влияют несколько уже сфер и аспектов. Первое – это все-таки какой какому типу принадлежит психотипу сам ребенок, какой у него характер, какой темперамент. То есть это генетическая составляющая, которая заложена уже в ребенке. Второе — это, естественно, идет уже, скажем, то, что происходят гормональные и физиологические изменения. Третье — это микросоциум. Микросоциум — это родители, то есть взаимоотношения в их семье. Насколько ребенка понимают, насколько ребенка слушают, насколько ребенком интересуются, насколько только переживают за него, включаются в его переживания, личную жизнь не отталкивают поддерживают, не критикуют. Это целый огромный спектр взаимодействия правильного родителей с подростком. Дальше идет макросоциум. Это общество, в котором находится ребенок. Это школа, это окружение, это друзья, это компании, с которыми общается этот ребенок. Вот эта обратная связь как раз формируется с помощью вот этой социального окружения. Если там тоже идут какие-то проблемы, невозможность построения здорового контакта, нет хороших друзей, которые бы принимали и поддерживали. То есть какие-то скажем, плохие компании, которые там подбивают, склоняют, берут на слабо, это тоже будет влиять на дальнейшее поведение или проявление, например, каких-то суицидальных наклонностей. И дальше идет расширенный уже социум, это все-таки наше, скажем, на государственном уровне, это за, э, СМИ, э, то есть это реклама, э, это уже на то, насколько пропагандируется, проводится профилактически Работы по поводу каких-то вот этих вот игр, интернет по поводу того, как нужно себя где вести, как кому доверять и так дальше. То есть э, вот эти все такие ступени, которые в совокупности, в тандеме вообще должны работать. Но, к сожалению, вот эти все раздрайвы у нас существуют и не везде у нас есть тандем, либо в семье какие-то проблемы, либо в школе проблемы, да, непринятие э, вот э, с верстниками, а это очень важно для подростка. Плюс какие-то рекламы, которые бросают, которые с склоняют к проявлению себя вот таким способом. Да? То есть социальные мережи, которые кидают разные челленджи. Конечно, да. И это все на вот эту шаткую личность подростка, конечно, очень сильно влияет. И подросток в этот период очень подается манипуляции. Это старшее поколение зазвичай каже, что дети идут До цього всього вчиняють суїцид, вступають у ці групи, беруть участь у челенджах, тому що у них занадто багато вільного часу. Це має місце бути. Потому что если ребенок действительно занят каким-то делом, ходит какие-то кружки, у него нет особо свободного времени, в принципе, он находится под контролем родителей. Я не говорю про тотальный контроль, я говорю про здоровый, нормальный родительский контроль. Яким мае бути здоровый, нормальный батьковский контроль? Переверять телефон, знать пароли, запитывать, и как правильно запитывать, что происходит в школе, потому ну, я к тебе в школе, ну, все добре. Да, очень важно для того, чтобы этот здоровый контроль был, быть в, в связи, в одной связи со своим ребенком. То есть, первое, его нужно слушать, что он говорит, как он говорит, следить за его настроением, за его поведением, за его рассуждениями. Второе, нужно разговаривать с ребенком. Если вы с ребенком разговариваете, вы интересуетесь его жизнью, его переживаниями, его окружением, его сложностями. Когда вы интересуетесь, ребенок чувствует от вас тогда поддержку. Третье. Очень важно с ребенком делиться своими собственными рассказами. Потому что часто дети идеализируют родителей и боятся родителей. Так уж нас воспитывали, и мы передаем это из поколения в поколение, строгость, страх перед авторитетными фигурами, большими фигурами. И очень мало таких дружеских, доверительных отношений. Поэтому родителям очень важно рассказывать истории из своей жизни, из своего детства, приводить какие-то смешные примеры, какие-то нелепые ситуации. Не даче свои факапы, можно. Да, конечно, конечно, нужно рассказывать, только рассказывать каждый раз, думая, зачем вы это делаете. То есть каждая рассказанная вами история должна в голове взрослого быть привязана к цели, которую он преследует. Это не значит, что вы должны вывалить все свои факапы за всю свою жизнь как говорится, есть что вспомнить, нечего детям рассказать. Этого стоит, не стоит делать, но для примера какие-то истории, их даже можно придумывать или из жизни других своих знакомых брать, которые помогут вам, как подтвердят ваши слова и помогут добиться той цели, которую вы преследуете. Например, убедить ребенка в том, что важно делиться с родителями, если вам плохо. Вот, нужно учить ребенка этому, нужно взаимодействовать с ребенком, это следующий пункт. То есть быть в контакте физическом тоже. Вместе, если это мальчик, там, если вы рыбак или охотник, ходить на рыбалку, да, если вы это девочка, вместе готовить. То есть взаимодействие физи физическое должно быть, аудиальное, кинестетическое, визуальное. Обнимать, любить своих детей, говорить им о своих чувствах потому что нас тоже не очень учили говорить о своих чувствах, я тебя люблю, ты мне важен, я за тебя переживаю и так дальше, потому что дети в этот период, в этот сложный для них период, вы должны тоже взрослые понимать, что это очень сложно для детей период, сами себя вспомните, когда ты не знаешь, у тебя настроение меняется через одну секунду, тебе хочется то одно, то второе, вот, и родители должны понять, что это сложный период для детей и поддерживать их, то есть набраться терпения, быть в контакте и когда вы в контакте ребенок с вами делится вам не придется пересекать его границу смотрите я не рекомендую лазить в телефоны заходить на почты ну и как бы совершенно таким образом пересекать границу личную ребенка потому что если ребенок об этом узнает для него это будет наибольшая травма которая может быть важно конечно же присматривать за ребенком, то есть э, спрашивать, где ты сидишь, на каких сайтах, интересоваться, следить за тем, что ребенок рисует, потому что часто вот мы можем наблюдать, что ребенок начинает выкладывать свои эмоции, вынимать из себя, в связи с тем, что ему больше, например, не с кем поделиться, родители строгие не, или контролирующие, гиперконтролирующие, со сверстниками проблемы, поделиться не с кем, ребенок начинает вынимать из себя на бумагу, либо рисовать, либо писать какие-то посты э, агрессивные и или кричащие, или отчаянные посты, либо писать какие-то рассказы, возможно, вести дневники. Вот за этим я бы, конечно, присматривала. Осторожно, возможно, иногда чуть-чуть где-то подсмотреть, но так, чтобы это было для ребенка не травматично, потому что вот прям, они даже из-за того, что вы посмотрели их телефон и прочитали, могут, это может быть уже поводом для того, чтобы ребенок экспрессивно себя вел и, и начинал вам угрожать, например, суицидом или психовал шоу. Це Это первые звоночки, то есть, когда дитина начинает рисовать что-то не дуже добре, не дуже приємне і не дуже зрозуміле і для батьків, і щось писати, но ну, в такому випадку добре, коли це написано в социальных мережах і Проходячи повз можна це все побачити, прочитати фотографії, побачити, які ще бувають перші дзвіночки про те, що, приміром, дитина вступила до якоїсь групи, яка допомагає їй культивувати ось ці суїцидальні думки. Смотрите, если вы в контакте со своим ребенком находитесь, а не думаете, что у вас все хорошо и не обращаете на него внимания, то по идее вы должны заметить изменения настроения и поведения вашего ребенка. Первое ⁇ это изменится эмоциональное состояние. Оно может быть полярное. Например, ваш ребенок был замкнутый, и вдруг он стал такой веселун прям активный такой и каких про каких-то друзей классных говорит, да, то есть его резкое изменение поведения эмоционального состояния, вот, говорит о том, что это может быть каким-то первым звонком. Возможно, это просто его настроение изменилось, возможно, что-то там произошло хорошее, но все равно это может быть. Нужно присмотреться, спросить, а чего ты такой веселый, а чего там, а кто эти друзья, да, поинтересоваться. Или же может быть полярно наоборот, наоборот ваш ребенок стал замыкаться. У него пропал аппетит, он говорит, я кушать не хочу. Он закрывается в комнате. Он очень часто, вы видите, что у него красные глаза, и понимаете, что он долго сидит за какими-то гаджетами. Он перестает спать. То есть вы видите, что он не высыпается, возможно, сидит до утра. И у него начали появляться в речи, например, какие-то негативные, апокалиптические выражения. Ну, например, вся жизнь ерунда, мне это не жить неинтересно, нет никакого смысла в том, что я делаю. да, То есть вот какие-то такие слова, которые говорят о какой-то потере смысла жизни. Дальше, ребенок в этом возрасте... У него очень маленький критический барьер. То есть он практически не поддает критике ничего, особенно если это кто-то авторитетный. Поэтому, если вы не авторитетный для своего ребенка, этот авторитет быстро кто-то переймет в виде игр авторитетных или каких-то э, фигур, и они могут этого ребенка перетащить на свою сторону. Поэтому э, аппетит, поведение, физиологическая, эмоциональная составляющая и когнитивная. То есть, насколько э, он интеллектуально рассуждает да, о каких-то вещах и э, о своей жизни, о будущем. Потому что если вы разговариваете с ребенком, о а кем ты мечтаешь быть, а как ты смотришь, а что ты хочешь, и у ребенка это все ответы есть на эти вопросы нормальные здоровые, ну может сказать, ну я не знаю, но мне бы хотелось, да, вот такое может быть рассуждение, который... а ребенок, который говорит, я ничего не хочу в этой жизни. Мне ничего не интересно, мне ничего не интересует, да. Вот это как раз те звонки, которые нужно обращать внимание. Что роблят у тех группах? Вы спекувалисься там с детьми, або с своими коллегами, которые спекувалисься с детьми, которые были у этих группа Что они пропонують? Э, в этих группах, конечно же, очень хорошие психологи, потому что они понимают, как манипулировать сознанием ребенка и на что давить. Первое, что они предлагают, они сначала затягивают в игру как в азартную, как в азартное соревнование, в связи с тем, что у ребенка в подростковом возрасте оценка еще не сформирована собственная самооценка. Она зависит от окружающей среды и, э, в частности, от каких-то героических поступков. Поэтому ребенку предлагают совершить сначала по приколу какое-нибудь маленькое задание. То есть втягивают азартно, эмоционально подсаживают на эмоциональную зависимость. Ребенок это делает, и за это, например, он получает какой-то приз. Да, но приз это в виде баллов, в виде фигурки компьютерной, в виде какого-то там значка, в общем, мотивирующее какое-то поощрение. После этого предлагают следующее задание. Если ребенок сделал один раз это задание, есть веро вероятность того, что он уже пойдет второй раз. Если он сделал два раза, это уже считайте, что в принципе он уже подсел на эту эмоциональную зависимость. Да, это наркотик. Да, это цифровая эмоциональная зависимость. Вот. И, собственно говоря, дальше предлагаются ему разные задания до э момента, когда задания начинают приобретать... Э такой э, характер либо самопоражения, э, либо характер. Ну, чаще всего это начинается как на самопоражение. Например, нанести себе какой-то вред. Э, возьми, э, возьми хлеб, насыпь на него э, красного черного перца. Там, да, например, лук, чеснок и красный перец, и возьми это съешь и сними это на видео. Они еще предлагают снимать это все на видео как доказательство. В связи с тем, что у нас цифровой мир сейчас очень развит, и все ведут социальные сети, тиктоки, инстаграмы и так дальше, это стало уже нормой снимать себя. Плюс ко всему, ребенку в этом возрасте, подростку, в связи с тем, что еще не сформировавшейся, вернее, самооценкой, важно самопредъявление. И таким образом он начинает понимать, что я самопредъявлюсь как смелый, крутой, и меня за это будут любить, хвалить, лайкать, давать какие-то поощрения, призы и так дальше. И начинается соревновательный еще. Они включают конкуренцию, например. А если ты не сделал, а вот другой сделал, еще круче. Например, и могут скинуть видео для этого подростка. И включается ко всему еще. Мало того, что я хочу как подросток доказать, какой я крутой, с своей самооценки, подключается еще и конкуренция. Что для подростка... Как и собственно для взрослого тоже, но ну, для подростка это э, на более высоком уровне находится эмоционально, естественно цепляет. А дальше идет э, хуже, да, и то есть идут уже какие-то просьбы на самопоражение. То есть порежь себя, там, э, стань где-нибудь на какой-нибудь высотке, сними себя, как ты стоишь, то есть ты смелый крутой и дальше идет уже когда ребенок втянулся эти видео уже существуют происходит следующая стадия начинают ребенка запугивать то есть угрожать ему что они например вышлют это родителям и родители увидят, и там с тобой что-то сделают, тебя накажут. Чаще всего дети боятся наказания, потому что, опять же, в семье, если какие-то проблемы э, существуют, непринятие ребенка, они боятся наказания. Если это не срабатывает, они говорят, начинают угрожать тогда ребенку, что мы знаем, где ты живешь, мы знаем, где, ты, где живут и работают кем твои родители, когда они возвращаются домой и так дальше, дают какую-то информацию и угрожают смертью родителей. И ребенок на самом деле боится больше смерти своих близких, чем собственной смерти. И ребенок начинает в это включаться и делать уже тогда у него получается героический поступок не только по отношению к себе, а еще и по отношению к своим близким, что естественно прям является такой... Витальной потребностью, да, и на этом тоже цепляют. И третья стадия это тогда, когда обесценивают, собственно говоря, жизнь ребенка. То есть они говорят, да, зачем тебе этого нужна жизнь, сделай красивый кадр, зато о тебе будут всегда говорить посмертно. В общем, они как бы вешают еще вот такую точку ставят, особенно если у ребенка плохие отношения с родителями, и они могут на это давить, они сначала узнают всю информацию, конечно же, что происходит в семье, если плохие отношения с родителями не давят на это, зачем ты им нужно, ты им отомстишь, они будут за тобой плакать, рыдать. Ребенок на это может надавить, если не давят на это, они обесценивают жизнь, чтобы это было героическим таким а, точкой жизни, где он там прыгнет под пояс, например, были случаи, и снимет это на видео. На что люди, которые створювали подобные группы, доводят до самогубства пидлетки. Это очень сложный вопрос, потому что очень мало поймали тех, кто стоит за этим. Вот, насколько я знаю, это может быть пару человек, <coughs> те, кто был зачинщиками и создателями игры, по-моему Синекид, э поймали и еще какое то Очень мало просто на самом деле. Не... Киберполиция, к сожалению, не всегда может от отследить, кто стоит за этим. Чаще всего, э мне кажется гипотетически, что за этим стоят, конечно же, э нездоровые психические люди. Потому что, во-первых, э -э они тоже играют в такую игру, только с другой стороны, на другой стороне. Для них это азарт, э для них это увлечение, для них это тоже такая игра. И для того, чтобы играть с жизнями людей, ну, здоровым точно здесь не, не пахнет. Поэтому, скорее всего, это люди, которые либо пережили какие-то собственные травмы, возможно, насилие в семье было, возможно, это брошенность, возможно, выросли в детдоме, если говорить не уже о каких-то патологических психических расстройствах. То есть это может быть как месть за свою жизнь, за свое детство этим детям. Второе, это если психические расстройства, уже какая-то психопатия, где человек просто уже в азарте начинает играть с жизнями людей, и, в принципе, там эмпатии как бы не существует, и сочувствия тоже. Вот, то есть, вот, мне кажется, вот такие варианты. Как правильно поводиться батькам, когда они понимают, что дитина берет участие в каких-то смертельных играх или готовится до якогось то Якщо Если вы поняли, что ваш ребенок попал в эту игру, вот вы по всем признакам понимаете, что что-то не так, что что-то с ребенком. Вам важно обязательно наладить контакт с ребенком. Обязательно, каким угодно способом. Чаще всего это наилучший способ говорить о собственных переживаниях, о ребенке. Говорить о том, что малыш там или сынок, доченька. Мне прям важно твое состояние. Я переживаю за тебя. Я не сплю ночами. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы с тобой все было хорошо. Я твоя поддержка. Я рядом с тобой. Я приму тебя любого или любым. То есть дать ребенку понять, что вы существуете как тыл, который примет ребенка любого. Чтобы ребенок вам поверил. Потому что если вы просто начинаете пересекать его психологические и физические границы. Например, кричать «А ну иди сюда!», запрещать, забирать телефон, забирать компьютер, закрывать дома – это все, к сожалению, не работает. Это будет вызывать еще большую агрессию и убеждать ребенка в том, что ему уже рассказали, что тебя родители не понимают, тебя родители агрессивны, ты не нужен родителям. Это будет только еще больше подтверждать этому ребенку, что это так и есть. Поэтому родителю важно доказать ребенку, дать понять, достучаться, что вы что ребенок для вас важен, нужен, и вы являетесь его единственной суперподдержкой. И ребенок тогда, если он это слышит, он сначала, конечно, не верит, особенно если не было хороших доверительных отношений. Но постепенно, говоря о своих переживаниях о нем, он все равно будет сомневаться, потому что, опять же, критический барьер к любой информации у него еще маловат, и эта информация тоже доступна, э, до, ну, с этой информацией доступно до него достучаться. И вот когда вы уже достучались, ребенок начинает вам что-то делиться, рассказывать, здесь тоже важно не начать его ругать. Я так и знала, я тебе говорила, не делает, я тебя предупреждала, да. Вы должны понять, что любое вот э, в этом возрасте, любое агрессивный выпад обвинение ребенка, сты стыжение ребенка, критика ребенка влияет на него очень негативно. Поэтому по-доброму, по-хитрому, по-дружески, э, с любовью как можно больше приблизиться и выстроить эти доверительные отношения для того, чтобы ребенок все-таки смог вам довериться и раскрыться. Світлана Арифнія, кандидат психологічних наук, фізіогноміст, сімейний психотерапевт. Сьогодні у нас у гостях. І власне, якщо у вас є запитання, ви їх можете писати нам на вайбер. А можете також писати у коментарях під нашим відео. Якщо ми зрозуміли, дитина у такій групі, і все йде за прописаним сценарієм, про яке батьки вже дізналися, зокрема і засобів масової інформації, які активно зараз по це почали говорити, чи реально вивести підлітка з такої групи без допомоги психолога? Здесь нужно понимать, на якої стадії ребенок уже знаходиться в этой групі і на якої стадії заданій он Он уже застрял, скажем так, или, или уже просто находится. Первое. Если вы выстраиваете доверительные отношения с ребенком, и вы понимаете, ребенок вам признается, что он в этой группе, это уже снимает с ребенка огромный камень того, что он уже не будет переживать за то, что сделают, например, что-то с его родителями. Он понимает, что его уже не наказывают. Он выдыхает. И тогда в этот момент ребенку важно объяснить, смотри, тобою манипулируют, тобою управляют, ты хочешь, чтобы тобой управляли. То есть возвращать ребенку в этот момент вот э, эту ответственность за то, что да, ты попал, я понимаю, я нахожусь рядом с тобою, ты понимаешь, что тобой манипулируют, а они плохие. Да? И ребенок тогда, и что ты, что будем делать? Ребенок часто в этот момент, если это происходит, э, дай бог, что так происходило, в этот момент говорит, а что мне делать? Как мне им сказать, что я не хочу больше? Потому что в этот же момент он уже находится под властью э, этих манипуляторов. И они каждый раз подсеивают и подкапывают зерно, которое говорит, ну ты же понимаешь, что ты просто так уже выйти не можешь, что это будет иметь последствия. Они проговаривают ребенку все варианты ответов. Даже если узнают родители, говори, например, что ты не в этой игре. Или если ты признаешься родителями, за этим последует что-то, что пугает ребенка, даже когда родители вроде бы обнаружили и пугают признаться когда родители даже уже это обнаружили. Поэтому, если родителю удается сформулировать, сформировать ребенку эту поддержку и сказать, и доказать, и донести ребенку, что я действительно тебя не ругаю, я понимаю, давай будем вместе бороться, ребенок выдохнет и будет выходить из этой игры. Но, к большому сожалению, так не происходит. Чаще всего ребенок, когда даже его спрашивают, он скрывает это и продолжает скрывать из-за страха. Поэтому родителям, которые общаются и перепроверяют своего ребенка, важно говорить, что даже если ты там, не бойся, тебе ничего не будет, если ты признаешься. Не бойся, не бойся, не бойся. Если ребенок услышал и вышел из этой игры, конечно, в ему... Желательно, ну вот 99,9%. Я всегда настаиваю на этом, чтобы была помощь психолога. Потому что ребенок попадает в сложную ситуацию. Во-первых, на него навешивают э, чувство вины. Ну ты виноват, он попадает в чувство вины, что ты так сделал. Особенно если родитель ругающий. Второе, он попадает в страх потому что ему страшно, что за ним продолжится слежка, что его там где-то найдут, что ему отомстят. Ему страшно. Третье, он начинает понимать, что он э, ошибся. Значит, я стратил, значит, я какой-то не такой, плохой, неумный, там, еще какие-то. Он на себя начинает навешивать негативные качества, что, естественно, тоже мешает дальше двигаться. Дальше об этом узнают окружающие. И об этом начинают говорить сверстники, расспрашивать, навешивать ярлыки, возможно, как-то обзывать там, да, или унижать, ой, ты что такой э, слабак, что ты повелся и попал в эту игру, да ну, может быть и другая сторона, они могут наоборот говорить, о, ты крутой, что серьезный, что там было, да, расспрашивать, и тот сазар там будет рассказывать и вроде как героем себя выставлять. То есть в любом случае ребенок попадает в сложные переживания в связи с тем, что так произошло, поэтому помощь психолога и поддержка психолога здесь необходима в тандеме с родителями, обязательно в тандеме с родителями, потому что есть варианты когда родители, к сожалению, перекладывают ответственность на психолога. У меня такие случаи тоже есть, когда приводят подростка, сделайте что-то с моим ребенком, потому что с ним что-то не так. Я говорю, нет, давайте я с вами что-то сделаю, потому что с ребенком что-то не так, потому что с вами что-то не так. Вот, поэтому только в тандеме с родителями это важно делать, чтобы родители понимали, видели и учились тоже себя вести по-другому. Щоб це повлияло в дальнейшем на ваше отношення з рібінком позитивно, лікарі кажуть, хворобу краще профілактувати аніж лікувати. Як убезпечити дитину? Щоб вона мала критичне мислення, розуміла наслідки, була усвідомленою. І коли їй запропонують такий вид гри, вона відмовила. Здесь целый, целый комплекс того, что нужно делать в целях профилактики. Первое, то, что я уже говорила, быть в контакте со своим ребенком, интересоваться его жизнью и его чувствами. Потому что очень часто вот взрослые у меня на консультации говорят, у меня были функциональные родители, они спросили, как у меня дела. И больше ничего не спрашивали. А мне хотелось, чтобы они сказали, как ты чувствуешь себя, а что произошло, чем я могу тебе помочь, чем я могу тебе быть полезен, как я могу тебя защитить. Дети, подростки хотят эмоциональной привязанности, эмоциональной поддержки и включенности в свою жизнь. Поэтому родителям это важно понимать. Второе, конечно же, это свободное время ребенка. Как он проводит свое свободное время. И здесь действительно, если есть какие-то кружки, увлечения, где ребенок эмоционально загружен, где он получает удовольствие от того, чем он еще занимается. Потому что там уже не только эмоциональное, плюс еще там есть коллектив, например, если это футбол или какие-то командные игры. Да любые игры, собственно говоря, там присутствует все равно какая-то группа, да, окружение, которое дает обратную связь ребенку, которая поддерживает ребенка и которая формирует в ребенке вот эту вот личность. И ребенок тогда не будет искать подтверждение в где-нибудь, какой я, в играх, в, в, чужих, в чужих мнениях, которые неадекватны. Он будет опираться на то, что есть. Итак, свободное время в том числе нужно заполнять, конечно, эмоциональными какими-то позитивными кружками. Дальше, говорить с ребенком, проводить с ним время уделяйте детям свое время, делайте совместные какие-то проекты, совместные, не знаю, все что угодно можно делать совместно. Просто подключайтесь в физическом нахождении рядом с ребенком. Потому что для подростка еще важно, если это мальчик, для, очень важно, чтобы как-то включенность мужской фигуры была. Если нету папы, значит, отчим, не отчим, дедушка, не дедушка, тренер, не тренер, сосед, друг, кто угодно. Чтобы была мускулинность мужчина, в общем, рядом. Вот, чтобы он мог поддержать. То есть физическое нахождение рядом с ребенком тоже дает ему ощущение безопасности. Мы должны понимать, что в каждый человек хочет удовлетворить три своих потребности витальные. Первое это безопасность. Если ребенок чувствует в своей семье себя безопасно, защищенным, понятым, принятым, он не будет нигде искать на стороне эти подтверждения. Второе это признание. Если вы ребенка своего хвалите, восхищаетесь им, говорите, что он молодец, обращаете внимание на его успехи и не обращайте внимания тотально, не акцентируйте внимание на том, что не получилось, не программируйте его, не иди туда, потому что с тобой что-то случится, да, вы поддерживаете его, если не получилось, вы говорите, ничего страшного, у тебя получится в следующий раз, признание даете. И третье – это принятие. Если ребенок понимает, что вы любим, что он любим, что вы его любите, что вы о нем заботитесь, что вы переживаете за него, этого достаточно для того, чтобы ребенок не искал это все где-то на стороне. И, конечно же, как говорилось в стихотворении в знаменитом, 17 раз обнять, поцеловать раз 10. Лишь так сумеют стать счастливее наши дети. Поэтому чаще, конечно же, тактильность тоже очень важна. Обнимать, гладить по голове, Якщо та підростки вже не дозволяють, ну жать руку где-то рядом, просто сість похлопать по плечу? Ну щоб він чувствовав цю підтримку від вас на завершення нашої розмови. Ця ситуація, яка останні кілька тижнів склалася з дитячими суїцидами, відразу почала розкручуватися у засобах масової інформації. Яку роль і що повинні робити засоби масової інформації у такій ситуації? самое главное это профилактика то о чем мы говорим потому что к сожалению СМИ начинают говорить только тогда когда уже что-то произошло и попу... даже это не популяризация а, скажем ну громкие вот такие дела у подростков вызывают чувство индуцирования, то есть присоединиться и тоже так сделать. Иногда вот такой вот вроде бы информационный, информативный аспект может нести популяризацию. И это тоже важно понимать. То есть не просто нести, например, новости, это сделал ребенок, да? а обязательно давать развернутые комментарии педагогов, психологов, как с этим справляться, что делать. То есть профилактические вот эти методы, информацию, информацию профилактическую очень важно тоже доносить. Будьте внимательны, проводите в школах эти профилактические встречи, разговоры, лекции, семинары. Вот. И тогда таким образом только можно достучаться до детей. И к каждой негативной информации давать объяснение и такую развернутую и э, развернутую картину сценарий, потому что если смотрят дети, чтобы они понимали, о, я так не хочу, я так не хочу, то есть не просто новость, ой, вы знаете, там кто-то, вот как я в, вот сегодня буквально шла э, в магазине, и там кто-то, ребенок с папой шел, говорит, ты знаешь, что там девочка, а да, да, я слышал, там девочка прыгнула, да, напилась такой, и вот нету эмпатии, ну не воспитывается эмпатия, они разговаривали об этом просто, да, я слышал, что там девочка прыгнула с окна. Нету ужаса, нету эмоционального вот этого вот возмущения, о боже, какой кошмар. Идет просто сухая информация так, добрый день, девочка прыгнула из окна, а ну, вот такая трагедия, все, понимаете, и это как будто становится такой нормой, поэтому здесь важно вот это все эмоциональную составляющую включать, разъяснительную работу и плюс предупреждающую работу, то есть когда ребенок, даже подросток посмотрит эти новости, он скажет, о боже, какой ужас, слава богу, что я не там. Я дякую вам за розмову. Дякую за те, що поділилися такою інформацією. Світлана Арифнія, кандидат психологічних наук, фізіогноміст, сімейний психотерапевт. Сьогодні ділилася своїми знаннями. Ну а ви власне тепер ці знання маєте і повинні їх використовувати. Звати мене Світлана Василенко, Київ інтерактів щобудня о 21.30. Ну а на нашій сторінці Київ дев'яносто Ви можете дивитися у будь-який час. Ну і звісно, ставити свої е пальчики вгору, підписуватися на наш канал і писати коментарі. Почуємося і побачимося. Київ Інтерактив зі Світланою Василенко.